В Московской области продолжается акция «Доброе дело», в рамках которой жители могут оказать помощь беженцам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Ленинском городском округе пункт сбора гуманитарной помощи работает в кинотеатре «Искра». По вторникам и субботам с 13 до 18 часов здесь принимают продукты питания, бытовую химию и другие необходимые вещи. Самое ценное в настоящий момент – теплая одежда. Сейчас она востребована, так как надвигается зима, наступает холода, и люди, приехавшие из немного другой климатической зоны, конечно, испытывают некий дискомфорт. Поэтому мы принимаем одежду сейчас для взрослого населения, осенне-зимнюю, демисезонную, это и обувь, и верхняя одежда, брюки, свитера, шарфы, шапки, все что угодно. Распределять вещи и организовывать работу пункта сбора помогают волонтеры Подмосковья. Это молодые люди, принимающие активное участие в общественной жизни округа. В 22-м году весной собралась крутая команда добровольцев, с которыми мы каждое мероприятие проводим вместе. Мы помогаем нашему городскому округу, администрации, просто людям, которые нуждаются в нас, всяких мероприятиях, в организации. Вот. Также это сбор гуманитарной помощи. Приехавшая из Краматорска Алена Митасова узнала из социальных сетей, что беженцам оказывается помощь, и обратилась к организаторам акции. Мы заполнили анкету, и нас пригласили сюда. То есть, и мы на протяжении уже полугода приходим сюда, получаем гуманитарную помощь, вещи и все для ребенка. Также с 8 ноября здесь же начнет работу пункт сбора помощи мобилизованным гражданам из нашего муниципалитета. Он будет работать по графику вторник-четверг с 17 до 19.00. Помощь будет направлена нашим мобилизованным военнослужащим для их поддержки.